Три пятерки уже в Субару пошел классно. Смотрите. Так точно. Спонсор рубрики «Протокол» – компания «Строймастер». «Монблан» откроет мне недосягаемую высоту технологий, абсолютную белизну, небывалую прочность. «Монблан» откроет мне эталон окна. Окна «Монблан» – вершина европейского качества. Компания «Строймастер», Северодвинск, улица Карла Маркса, 48. Все силы экстренных служб города сегодня были задействованы на проспекте Морском. Местный житель, находясь в одном из баров Северодвинска, пытался продать гранату. По прибытию взрывотехников и кинологической службы из Архангельска удалось установить, что взрывчатка оказалась муляжом. Позже выяснилось, муляж мужчина приобрел через интернет, но в связи с плохим материальным положением пытался продать его охраннику бара. Молодой человек не высказывал никаких требований. Единственное только, что он не предупредил охранника, что данная граната является макетом. Охранник отреагировал соответствующим образом. Он сказал, что у него при себе денег таких не имеется, ушел в пособное помещение и уведомил полицию. Подобные муляжи продаются совершенно открыто в любом детском магазине игрушек. За продажу муляжа уголовной ответственности не предусмотрено, но за подобное Северодвинску грозит крупный штраф. Молодой человек задержан. Сегодня в городе произошел пожар в одной из квартир по улице Полярной. Огнем полностью поврежден коридор, а также соседние помещения. Проход в кухню, большая комната и потолки. Пожарная часть на соседней улице находится. Ну, доехали минуты полторы. Зашли внутрь, нашли пострадавшего и передали его скорой. Когда его вытаскивали, еще дышал. К сожалению, спустя некоторое время пенсионер скончался в больнице. Причина пожара устанавливается. Движение автотранспорта было затруднено несколько часов. Причина – ДТП на одном из центральных перекрестков города. Дорогу не поделили водители иномарок. Ну, а почему у вас машина здесь не была? Ну, что? Она начала поворот. Я просто не ожидал, что его поворот. Выпрям. Я, наоборот, начал уходить. Я думал, она остановится. Начал прыгнуть, обведу ее и вот сюда. По предварительной версии, Логан при повороте на проспект Труда не уступил дорогу корейскому авто, который двигался на разрешающий сигнал светофора по улице Ломоносова. В результате аварии у Hyundai Solaris разбита передняя часть, поврежден моторный отсек, разбита фара. У Renault также повреждена фара и часть крыла. В ДТП никто не пострадал. Три пятерки уже в Subaru пошел классно. Смотрите. Так точно. Yeah.